Что нужно дарить женщинам на 8 марта? Цветы. Все? Еще какую-нибудь парфюмерию. Ну, чтобы женщины вкусно пахнули. Потому что без парфюмерии женщины пахнут... плохо. 8 марта ожидания. И реальность. Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. О, девочки мои хорошие, главное помните, что оставайтесь самими себями, самими собими. Мы должны оставаться мыми, а они аними. А я думал, что он останется оном, а она анона. Привет, девочки, поздравляю вас с Вас мухой.